Сегодня, 15 марта, в Республике Беларусь отмечается День Конституции. Основному закону страны в текущем году исполняется 30 лет. Конституция была принята в 1994 году и является первой в истории суверенной республики и пятой по счету Конституции Беларуси, которая действовала после Октябрьской революции 1917 года. В этот день в Пружанском дворце культуры состоялась торжественная церемония вручения национальных паспортов молодым гражданам Беларуси. Праздничное настроение присутствующих поддерживали юные артисты Дворца культуры. Выступили с напутственными словами и вручили паспорта ребятам председатель Пружанского райисполкома Михаил Гришкевич и председатель Пружанского районного совета депутатов Николай Кудровец. День Конституции – это государственный праздник, призванный объединить наши усилия для плодотворной работы на благо родной Беларуси. Уверен, что только сообща мы сможем добиться значительных результатов в дальнейшем развитии всей страны и родной Пружанщины. Вы – главный стратегический ресурс нашего государства. Именно от вас зависит, в какой стране мы будем жить через 10, 20, 30 лет. Поэтому очень важно то, с каким багажом знаний, умений и навыков вы войдете во взрослую жизнь, какими ценностями будете руководствоваться. Уверен, что этот день запомнится надолго. День сегодня становитесь полноправными членами нашего общества. Кроме того, получить важнейший документ гражданина в день Конституции – большая честь. Одновременно это серьезная обязанность – достойная честь нести звание гражданина своей родной страны. От всей души желаю вам доброго здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Успехов в учебе, труде, новых достижений. И поздравляю вас с государственным праздником Республики Беларусь, Днем Конституции. Паспорт – это главный документ каждого гражданина в Республике Беларусь. И сегодня, 15 марта, его получили и мы, ребята Пружанского района. Это очень гордо носить звание гражданина Республики Беларусь. Также в этот день ребята вступили в ряды Белорусского республиканского союза молодежи и получили членские билеты. Нам очень приятно принимать в ряды членов общественного объединения новых молодых людей. Мы рассчитываем на них, мы будем ими гордиться и, конечно же, всегда поддерживать и помогать во всем. На сегодняшнем мероприятии 4 человека приняли присягу на верность стране и стали равноправными гражданами Республики Беларусь. Они в торжественной обстановке произнесли слова присяги, пообещав соблюдать Конституцию Республики Беларусь, быть патриотами страны, уважать ее государственные символы, исторические и культурные традиции белорусского народа. Я очень рада, что это замечательный день, 15 марта, в День Конституции, я получила гражданство. И я на своем опыте убедилась за 10 лет, что я жила здесь, что это мирная и созидательная страна. И я готова трудиться на благо нашего государства Республики Беларусь. 30 лет назад, 15 марта 1994 года, наш народ принял Конституцию, которая стала основой нашей государственной системы и гарантировала нам права и свободы. Конституция – это не просто правовой документ. Основной закон выражает волю нашего народа, устанавливает основы нашей политической системы и обеспечивает развитие демократии, правопорядка, мира и стабильности.